Йоу, всем привет, с вами Даня Рэндалл, и сегодня мы с вами познаем пикап, научимся разговаривать с женщинами. Почему это звучит так грустно? И поможет в освоении этого мастерства нам симулятор свиданий с реальными людьми, в котором люди реальные, а не нарисованные. 21 век. Иисус Христос. Ну а за помощь в создании этого видео спасибо большое компании CryptoService, которая предоставляет вам возможность заработка, не выходя из дома, а очень гибкие условия работы позволяют совмещать с этим основную работу или учебу. Заинтересовало? Компания является инвестиционной площадкой, которая создает цепочку связи между инвесторами и опытными криптотрейдерами. Таким образом, вы передаете свои денежные средства в доверительное управление трейдеров компании, которые за вас ведут различные сделки на криптобиржах, а уже через несколько дней вы можете забрать свои средства с прибылью. Хотите быть успешными и воплотить свои мечты? Тогда вам стоит познакомиться с компанией CryptoService. Ссылка в описании. Итак, наша первая цель – девушка на улице. Перед нами идет сексуальная женщина, и что же мы должны сделать, чтобы заполучить ее внимание? Очевидно, притвориться слепым. Беспроигрышный вариант всегда прокатывает. Wow, Very funny, but, you know, в смысле не прокатило? Она не уважает чувства слабовидящих людей. Это ужасно. Женщины. Окей, ладно, мы не будем расстраиваться. Мы же все-таки крутые парни. Ссылка в описании. Покупайте худи. Мы все еще крутые. Мы можем себя проявить как настоящий самец. Поэтому, йоу, девчуля, как дела? Йоу, чкуля, как дела? Можно перетереть с тобой минуту? Да, ты топаешь. Я занята. Да? Иди сюда. Почему не прокатила беспроигрышная фраза «иди-ка сюда, девчуля»? Мы же настоящие альфа-самцы! От нас сразит феромонами! Сложно. 21 век почему-то... Женщин нужно уважать. Хорошо, другая тактика. Мы восхищаемся женщинами, и поэтому мы проявляем внимание путем свиста. Пошел нах! Это просто невежливо. Ладно, Иисус, возможно, ты прав, и нам нужно действительно как-то сменить тактику и преследовать ее. Эй, я тут тебя увидел, и выглядишь очень потрясно. У меня много дел. Прости, просто хотел у тебя спросить. Все, что я знал, оказалось неправдой. Преследовать нельзя, свистеть нельзя, притворяться слепым тоже не прокатывает. А варианта притворяться слепым, преследовать и присвистывать нету. Остается лишь два варианта, и оба достаточно посредственные. Окей, ладно, это действительно сложный выбор теперь. Подойти спереди и немного сбоку, ну... Окей, ладно. Вроде это должно прокатить. Эй, я тебя тут увидел и... Я занята! В смысле?! Ну теперь я вообще не знаю, что выбрать. Слишком много вариантов осталось. Подойти спереди или подойти спереди? Наверное, подойти спереди. Когда подходишь к девушке спереди, всегда начинает играть такая пафосная музыка. Я просто как бы не особо проверял. Возможно, нам стоит это испробовать. Прости, пожалуйста, я понял тебя. Я настолько плох, да? Она просто взяла и ушла. Она даже не хотела слушать, что я говорю. Я бы тоже не хотела слушать, что ты говоришь. Ты видел, как ты выглядишь? Сексуально и горячо? Да вон, смотри, это же школа. Типа, сейчас дети будут, все нормально. Они уже закончили свои уроки. Извини, пожалуйста, что тебя отвлекаю. Мне кажется, твое лицо очень знакомое. Мы, случайно, с тобой не учились в одном университете, нет? Прости, пожалуйста, мы с тобой в одной школе не учились? Меня зовут Даниил. Вы здесь кормите белок? Я очень люблю белок. Как вы относитесь к этому занятию? Я просто недавно начал заниматься пикапом и узнал, что девушки любят кормить белок. Я тоже, знаете, как-то странно к этому отношусь. Голубей? Падали? Вы типа убиваете других голубей, да? Классно. Так, погодите, у меня там в списке есть вопросы, которые нужно задавать. Мы с вами занимались в одном гимнастическом зале, может быть? Да, танцами. Танцами. Да, обожаю танцы. Вот, держи, запиши, пожалуйста, свой номер. Хорошо. Все, спасибо. Пожалуйста. Увидимся, попьем с вами кофе потом. И белок покормим. И белок покормим.
Окей, ладно, это прокатило. На чем мы остановились? О, какие прекрасные варианты. Рассмотреть ее серьги, чтобы дотронуться до нее или украсть серьги, а? Ладно, у меня нет никаких проблем, но мне очень хочется посмотреть на то, как Иисус трогает себя. Пиздец. Я люблю белок. Да? Да, я люблю всякие орешки, например, кешью. Окей, окей, все, я понял. Что такое? Долбанный извращенец. Ты же сказала, что любишь орешки. Это мои орешки, сука. Заглянуть ей под юбку. Ох уж этот Иисус. Ладно, наверное, нужно представиться. Ой, нет, мышка соскочила. Ой, ой, упс, как неловко. Ой, ой. Знаешь, я люблю природу, активный отдых. Стараюсь чаще дышать воздухом, только представь, велосипеды люблю. Окей. Обожаю сраный воздух. Любишь лазить по стенам? Это прикольно. Ага, звучит здорово. Всегда хотел попробовать. У нас тут с ребятами есть любимое место за гаражами. Чувак, мне уже надоело все это озвучивать, ну зачем? На что мы тратим свое время? Это же просто какая-то тупая хуйня. Да, забьем на это хер, нахер мы вообще помогли. Йо, чуваки, что тут за движ? Боже мой, как это сложно. Хорошо, я понял, как это работает. Возможно, нам нужно предложить ей выпить кофе, затем подсыпать ей снотворное. Нужно завязывать с этими навязчивыми мыслями. Это но могу дать тебе свой номерок. Yes, сука! В общем, ты потратил на эту глупую видеоигру свое драгоценное время, поэтому ты вроде как заслужил награду. Эфемерный номер этой девушки. Тупой ты лузер. О да, Казанова! Мы отлично справились с этим. И всего лишь допустили 5 или 6 ошибок. 10 на самом деле. Не страшно, это всего лишь чуть меньше, чем половина. Я надеюсь, что сегодня мы познали с вами все мастерство пикапа. Выяснили, как можно делать... В большинстве, конечно, случаев как не стоит делать. Если вам понравился этот ролик, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если вы здесь впервые, жать на колокольчик, да, это тоже оказывается необходимо. И на этом все. Огромная вам благодарность за то, что вы посмотрели. Всем пока. А, да, еще можете купить такое худи, если вам понравилось. Вот ссылочка есть в описании. Будете самыми модными на районе. Мама будет задавать вопросы, почему ты не от меня, от подруги, как так вышло. Но... мы с вами все знаем. Пока. Дай забьем на это хер, мы вообще ему помогаем. Нет, надо. Нет, тут так написано. Это по сценарию напускай.